Сегодня в 9:20 утра с базы Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС на вертолете К-32 спасатели вылетели на поиск мужчины, упавшего за борт судна. Это случилось в море на удалении 80 миль от берега в районе поселка Лермонтово. Экипаж вертолета с тремя спасателями и медиком на борту приступил к поиску мужчины.